Мир всем и ассаляму алейкум! Сегодня готовим воздушный, вкусный яблочный мусс. Давайте посмотрим, что нам для него понадобится. Предварительно помытые яблоки очищаем от кожуры. Удаляем сердцевину любым способом. Очищенные яблоки отправляем в кастрюлю. Заливаем холодной водой, так чтобы она их не покрывала. Варим под закрытой крышкой до готовности, до мягкости яблок. Как только наши яблоки стали мягкими, преобразуем их в пюре при помощи блендера. Доливаем оставшуюся холодную воду, добавляем сахар и, помешивая, потихонечку всыпаем манную крупу. Мешать нужно интенсивно, чтобы не образовались у нас комочки. Варим до готовности манку. В отдельное блюдо наливаем холодную воду, либо добавляем туда лед, если есть. Остужаем нашу яблочную смесь. Помешиваем, меняем воду, если нужно. Как только наша смесь немного остыла, взбиваем ее миксером на полной скорости. Взбиваем до пышности. Яблочный мусс готов. Приятного вам аппетита! Готовьте с любовью для ваших родных и близких. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мир всем и ассаляму алейкум!